Всем доброе утро, Лазаревская, где-то 7:15 утра. Мы с вами начнем этот утренний обзорчик в парке. Дождика нет, это уже хорошо, это уже радует. Где-то там товарняк, судя по всему, катается в сторону Сочи. В общем, как-то так. Бортовой компьютер показывает температуру воздуха плюс 13 градусов. Мы еще с обязательном порядке сверим с показаниями чокнутого термометра. На улицах пока еще никого. В основном все еще преимущественно спят. И правильно делают. Это мне что-то не спится. Ну, колесо, понятное дело, еще не работает. Цена его, напоминаю, 600 рублей. То, что я видел, во всяком случае. В комментариях как-то мне даже писали, что 700. Не знаю. Вот 600 видел точно своими глазами. 700 не видел. Чирикают воробьи, судя по всему. И где-то там шумит море. А говорят, у нас птиц нет. Да полно птиц. Просто машин действительно и другого сопутствующего шума намного больше, чем птиц. Кафе «Фаворит» еще закрыто. Люди только просыпаются. Море шумит. Цена шеи, напоминаю, 220 рублей. Телятина 680 вырезка. Ну, тут кто телятина. Люля-кебаб 290 из курицы, 390 из говядины. Это так. Дополнительная информация для трудящихся. Пойдемте в сторону моря. Так, кстати, спрашивали, работают кафешки, не работают. Так вот, вот эти вот кафешки точно работают. А что у нас на море? Смотрите, какой интересный горизонт. А на море, кстати, уже 7 утра, людей полно. Уже даже кто-то одевается. Я не знаю, то ли они занимались гимнастикой, то ли плавали. Бог его знает, не могу сказать, не видел. Но факт в том, что одеваются. На горизонте в стороне Сочи вот такие вот тучки-тучки облака. Море в целом спокойное. Красивая. Нет, кто-то все-таки полез ноги мочить точно. Так, что там в стороне Туапсе? Посветлее, но все равно пасмурно. Так, чокнутый же термометр я хотел посмотреть. Сейчас глянем. Сейчас посмотрим. Немножко полюбуемся морем. Чуть не окунулся. Да, кто-то полезет сейчас купаться. Кто-то уже активно раздевается. Сейчас вот занырнет. Но я сначала пойду смотреть на температуру. А, 17 градусов показывает. Ну, блин, я даже не знаю. Пока у меня нет оснований не доверять своему термометру. Да. Один из храбрецов. А может быть, моржей пытается зайти в море искупаться. Уверен, ему это удастся. Вместо чаек сегодня летают голуби. Людей для 7 утра очень даже, скажу вам, нормальненько так. Даже сотрудники столовых к ним приходят. А это, да, видимо, женщины-моржихи принимали утренние морские ванны. Все, поплыл. Никак не надеялся я встретить человека, купающегося в столь раннее время, а тем не менее они есть.
Пляж, видимо, частично подровняли, но до конца не успели. В этой части еще нет, а вот там дальше, ближе к Калипсо, все намного-намного лучше. Да хотя и здесь неплохо, я вам скажу. Вон, видите, наверняка профессора, голову, точнее, профессора Доуля, хотел было и сказать. Ну, наверное, нельзя так говорить о человеке. Ну, а я вам всем говорю доброе утро. Всем пока. Всем до новых встреч. Здесь уже ровненький почти пляж. Еще, видимо, будут проводиться определенные работы. Всем пока. Купайтесь по утрам. Я тоже буду, но попозже, там, в июле, в августе. Всем доброе утро.